И что у нас тут происходит? А происходит у нас то, что мы сейчас разделили все наши три комбайна по трём полям. Потому что очень плохо, когда, в общем-то, это поле не очень большое. И здесь было целых 6 единиц. Три комбайна, это три трактора. Они просто мешали друг другу. По крайней мере, три трактора точно друг другу мешали. Поэтому поле не столь большое. Значит, рапс сейчас доубирает вот эта парочка. Дальше, значит, второй 790. Так, тут сейчас будет бяка. Тут явно он сейчас в дерево ступится немножко, мы отъедем. Так, поле 36-37 сейчас вот этот вот сюда доберется. Я думаю, сейчас мы его назначим. Так, стопэ, комбайн, комбайн, 36, комбайн, по-моему, да? Так, 36-37, да? 36-37, вот. Погнали. И два фенда, Федя с Федей работают, да? Федя работает с Федей. Так, вот сейчас он, конечно, тут заглохнет. Это будет не очень хорошо. А может, не заглохнет. Так, и третий у нас вот он, значит, идет. Не знаю. Тут рожь убирается на вот этом поле. Оно большое, кстати. Оно, кстати, не мелкое. И потом, возможно, сюда в помощь приедет с рапса комбайн. Вот и два. Запустим два комбайна и два трактора попробуем. Так, дальше, значит, там на других полях пока что у меня все остановилось. Сейчас будем настраиваться. Так, здесь поле 16, запад. Желтого кровопийцу запускаем. Ну, мы его запустили. Так, вот этот, значит. Вот этот, значит. Так, кто-то ограничит, да, поиск, да, вроде бы все нормально. Давай на 80 мы поставим. Так, здесь что у нас обычный, да. Угу. Все, вроде бы должно, сейчас они быстро доубирают. Теперь вот этот зелененький. Так, смотрим ему. Тут нормально, здесь так, здесь все стоит, все погнал. Ой, там чуть-чуть не доубирал, да? Здесь, так, 16 запад. Попробуем поставить тут. Все, погнал. Посмотрим, что они будут, как они тут будут работать. Так, вот этот у нас заглох. Включаем. И ждем, да? Так, этот с рапсом. С рапсом добирается. Так, стоим. Кого ждем? Почему стоим? Потому что не заведем. Так, ладно, продолжаем дальше, значит, уборочку. Пока что раз, два, три, четыре, да? Так, он едет или не едет, я не пойму. Ого, походу едет. Придется его подождать. Вот так вот стать, а то он застрянет в этих елках, соснах. Фигачит. Так, кто еще загружен? Загружен у нас отцом с
скоро будет загружен. Электро тоже подгружается. Канола стоит. Рожь тоже загрузается. Сейчас варвок не поедет. Ну все, в общем. Сейчас мы выгрузим того зелененького второго чуду. Нет? Какой скриншотик. На фоне классных ветрячков. Так, практически он уже приехал. 40, кстати, быстро набрало. 14 кубов прям в лед. Даже по периметру не успел пройти. Так, как у нас там набор идеал. Фент идеал, набор остановился. Должен к нему сейчас варево проехать с двумя прицепами. Не едет. Поехал. Отлично. Так, теперь этот друг зеленый крокодил. Давай, Джонни, делай вещи. Куда? Куда ты, дорогой? Давай, что так. Наверное, он подъехал в первую точку, где комбайн останавливался. Давайте вот так вот. Сейчас мы немножко еще время мотанем. Я имею в виду, на двоечку поставим. Так, рожа выгружается. Осталось мне только своих запустить. Там будут небольшие изменения, наверное, все-таки. Посмотрим. Я думал второй прицеп покупать, два трактора пускать на свои поля. Потому как не успеваем ничего. Так. Друг, на тебя смотрит, все фермеры на тебя смотрят. Так. Сейчас кто-то должен к тебе поехать. Да, стал, отлично. Стали, потому что все собрали, да? Ну, наверное, все-таки я вам предложу чуть-чуть посмотреть тайлапсика и послушать хорошую музычку. Да, друзья?
переключаемся на наше поле с пшено, с пшеницей. Вот этот вот самый громкий комбайн на этой карте. Доминатором Мело 218. Да, потому что так, кто-то там к заправке поехал, да? Какая досада. Кому-то я поставил. Джон Дир там, по-моему, у нас. И пусть едет, заправляется. Я прям не знаю, как он поехал. Куда-то поехал. Так. Сейчас мы немножко тут прыгнули. Там вроде все нормально, оно не идет. Никто вроде не в обиде. Все работают. Даже патрули так возят у нас. Камелы по контракту. С 29-го поля. И, кстати, надо ее поймать, иначе она там лишнее выгрузит. Канола у нас не очень сейчас дорогая. Всего лишь 1600. Ну, он поехал на заправку. Он больше покатает топливо, пока поедет туда. Так, на 20-м поле мы рожь начали убирать. У нас комбайн заполнился с рожью. Так, вот здесь надо бы подравнять чуть-чуть. Шелушку под солому сделаем. Как мы их сажали, было у меня видео об этом. А теперь уже убираем. Края подработаем. Давайте сфоткаем. Что ли? Высота. Ну, смотрите, как ветряк, как класс. Назад успеть. Вроде бы успели, да? Да, успели. Так, а Варио вообще не заправляется почему-то. Жендиры всегда пропускают вперед, но сам не набирает из-под комбайна. Интересно, что там у нас происходит. Чуть-чуть включим измельчитель. Чуть-чуть потом предстоит. Желательно бы без задержек. Значит, солянка пропадет. Можно, в принципе, было потом комбайн на курс поля запустить, когда все нормально было.
Так, что у нас, значит, электро, хорошая, заполнена. Джинзи уже. Джинзи уже. Так, идеал фен. Хорош, набирает. Так, давайте посмотрим наши татры, как она там лишнее не загрузила. Что? Предлагаю переместиться ненадолго. Так, не понял. Выгрузил, да? Неужели мы проворонили этот контракт? Ага. Все-таки продали, да? Ну ладно. Тогда стопэ. Стопэ. Погоди. Так, нельзя его сейчас заканчивать, иначе комбайны исчезнут с трактором. Так, у нас там убралось 16-е поле. Объезд на агроэффект. С отцом у нас одно поле было, да? Так что мы сейчас будем на агроэффект отвозить овес. Так, давайте отправим ее на загрузку, а потом на агроэффект, и мы возьмем туда рожь. Ой, простите, овес. Так, кто-то там у нас подзастрял, малость, да? И овес, ну, поехали. Все, погнали. Посмотрим, кто там подзастрял, почему фен не ездит никуда. Потому что он стоит и ждет, непонятно почему. Так, тут как прежде два комбайна ездят. 40 тоже убирается. А почему ты так ездишь, друг? Потому что ты тупой. Так, у нас там что, картофель разве поспел? Да нет, не поспела. А, поле 32. Северо-восток. Слушай, давай мы тебе поменяем это поле. Ладно, ладно, езди. Пускай так, не будем ему мешать. Не интересует, ведь, что у нас творится вот здесь. А, вон он. Угу. Понятно. Вот ты кому мешаешь, да? Ладно, мы сейчас его тоже по кругу запустим. Пускай по кругу ездит. Там Джиндир приехал с той стороны. Ждет. Поле 20. А почему ты поле 20? А, ну да, точно. Это же 20-е поле. Точно. Так, продолжаем разговор, да? Ну вот, я так и знал. Я так и знал. Ладно, друзья, переключаемся немножко в ускоренный режим. А потом
чуть-чуть позже мы с вами увидимся. Thank you.